ли наш премудрый заяц? Момент! О, он уже рядом! Быстрее, Калкуша! Я спрячусь за этот кустик, а ты стой на пеньке и ни звука! Понял? Стою! Молчу! Эта постановка богата всем, что присуще старой, но мудрой детской сказке. Плутовка лиса и ее хитрость, заяц и его невиданная храбрая натура, волк-герой, который помогает в самый нужный момент, и, конечно же, добро, которое безоговорочно побеждает зло. Даже название к детскому спектаклю подобрано режиссером как нельзя удачно. Честное слово расскажет маленьким зрителям о том, почему верность своему слову лучше лжи. Честное слово. Честное слово это дается, чтобы ее выполнить. Вот. Если дал, значит, надо выполнять. А мы там, честное слово, это не просто надо. Вот. Честное слово и не выполнять. Это очень о многом говорит. Само название этой сказки, она объясняет суть этого. То есть детишек развлекает и как бы учит? Да, да, само собой, конечно. Фатима Алиева стала частью труппы Карачаевского театра еще в далеком 2009 году. И с того момента не представляет свою жизнь без сцены. Причем старается как можно чаще примерять на себя роль антагониста. Эта постановка не стала исключением. Говорит, что играть на сцене злодея – особый вид театрального искусства. Шикарная роль. Шикарная. Я очень люблю такие отрицательные роли, характерные роли. Лучше, чем... Для меня это ближе как-то, ну, не то чтобы я в жизни отрицательный человек, но играть, лавировать на сцене именно вот в таком образе для меня это легче. Артисты работали над постановкой рекордных 10 дней. И дело даже не в том, что подготовка детской сказки занимает меньше времени. Так решил режиссер и ничуть не прогадал. Артистам хоть и было сложно привыкнуть к новому режиму, но несмотря на это, итоговый вариант вышел именно таким, каким его видел режиссер. Коллектив молодцы. Они вот первые 2-3 дня как бы сопротивлялись, они не привыкли, ну потом потихоньку, знаете, все успели. Все, что вы видели, это ново сшито, декорация сделана, все заново. Все-таки я новый режиссер, приедет ко мне другой режиссер. Я очень часто у себя приглашаю режиссеров, потому что актеры очень многое берут от новых веяний, новых режиссеров. Это обогащает, очень сильно обогащает коллектив, творческий коллектив и театр в целом. Это выступление стало своего рода пилотным запуском постановки перед закрытием театрального сезона. Поэтому маленькие зрители со всей республики увидят новую сказку осенью. Ну а пока артисты Карачаевского театра завершат последние приготовления и внесут последние правки в новую постановку. Алина Гидиева, Ливан Задзамия, Архыз 24.